обедает. И самое главное, что от нас требовалось. Задачи у нас высокие. Выход в премьер-лигу, поэтому с первого тура надо было начинать с победы и показывать соперникам, что мы главный претендент на выход. За рахунок чого сьогодні вдалося здобути перемогу? Як ти переконував? Я думаю, ми лучше грали в футбол. І це, мабуть, основне. При счете 1-0 було два моменти 100%. Не забили, гра тоді успокоїлася. Нам пропустили зі стандарта. В принципі, все, що було опасно у них, це стандартне положення. Но я считаю, что нам еще есть куда расти. Я думаю, мы будем прибавлять в каждой группе, что тоже как-то мы начали. Игра давалась, но мы как-то, наверное, все-таки волнение. Первая лига для некоторых ребят – это новый опыт. Все-таки была вторая лига, первая. Они знали, что ожидать. Ничего страшного нет, надо играть. И играть с позиции силы. И надо в каждой игре добиваться, стараться добиваться победы. Надо играть каждую игру на победу, вне зависимости дома, на выезде. Команда відкрила рахунок після того, як ви немов рукою так подали, головою гол забив. Больше, наверное, заслуга Когута, подставил голову хорошо. Но это мы все наигрываем, это, как показал чемпионат мира, это стандарт, это не просто часть футбола, это сколько там, 50 или 60% забито за стандартов. То есть это тенденции такие сейчас. Команды научились хорошо обороняться, не так легко вскрыть оборону. А стандарт – это тот ключ, который можно забивать голы. Так и получилось. И самое важное, после долгой дороги, изнурительной, мы вышли, я считаю, что физически выдержали и добыли очень важную гречку. Рух какой сдувал вас? Ну, то, что сдувал, хорошая команда. Они очень давно не проигрывают дома. Мы смотрели их игры и в том году, и в этом на сборах. Очень хорошие результаты, неплохая команда, хорошая атмосфера, поэтому вдвойне приятно, что мы обыграли такую команду.